Всем привет, с вами Игорь, это канал Black Cosplay. Мы начинаем прохождение инди-хоррора, который я вот нашел, наверное, минут, сколько, 30 назад я его нашел, скачал. Это был в Стиме, бесплатный, называется Терроро. По описанию, мы должны, мы как бы парень очень популярный, тиктокерши, мне кажется, это вот это, да, тиктокерша популярная. И мы должны посмотреть, обшарить дом, посмотреть, чем, какие тайны она скрывает. И что-то типа того в описании было. Начинаем, мне кажется, играть. А ты останавливай видео на паузу, бери покушать, Она рэп зачитывает? Она точно тиктокер? Так, интеракт, тролл, граф, рели... Ага. Что это? А что здесь не так? Так, время 36-33. Что это такое? Блять, иди все. О! Ага. А чё так как-то мышка прям, вот, знаешь, ну, не очень. Так. Ага. Это на левую кнопку я нажимаю. Что здесь надо сделать? А почему один... Почему цветы такие плоские? Похоже на кактусы. Так, ладно, мать, где ты? Я иду твои тайны искать. Так, вон она. Кстати, она снимает. Она, походу, кулинар. Pablo, ну, типа, тикток. Пабло, я донер для тебя. Я хочу его помочь. Ты что так быстро? Так, set the table. Использовать стол. Что? Ты это, что ли? Этот стол? Мать, какой стол? Ну, мне... ну не тот, смотри, это как-то подсвечивается. Ну? Set the table. Стол. Ну, я понял, set использовать или... О, 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 что-то тоже. Так, блядь. А как правую кнопку? Как поднять? А, правая кнопка, слышь, поднимать. Пошли. Что, мне сюда положить? А, накрыть на стол, мать. Ясно. Здорово, пацаны. Я новый парень этой женщины, которая вроде бы не включила камеру. Хер знает. Она вроде не включила камеру. И включила. Да? Мать, да? Опа, смотри, как умею. Так, правая кнопка мыши. Давай бухнем, пацаны. Смотри, у нас, у ваша тиктокерша прозрачная. Она через нее входит и выходит бутылка. Так, это что вообще? А, это не на... Ладно. Ну, я как бы поставлю. Ну, мало ли кто-то захочет. Так, а что еще мне-то надо? А, здесь, я так понял, должно быть подсвечено. Вот это, да? Ну, типа, логично нужно... Да, тарелки нужно, это логично. Она я так понял, она приготовила ужин, и мне надо помочь его накрыть стол. Ну, использовать стол, как она сказала. Так что давай помогать накрывать стол. Тем временем, сковородку. Берется сковородка? Нет, не берется сковородка. Жалко. Так, вот это обязательно нужно. Мало ли, что-то... Ну, кто-то захочет побольше вилку, ложку, знаешь, ну, маленькая ложка не камильфо есть. Если там будет очень вкусно, то надо как бы большую ложку брать, половник целый. Ага, кружки, кружка одна. Меня, как понял, зовут Пабло. Так, возьми. Взял. Меня зовут Пабло, да. Приятно познакомиться. Здорово, пацаны, меня Пабло зовут. Пабло я. Пабло я. Так, это нужно? Да вроде не подсвечивает. Что еще? Ага. Ля, вилочки. Подожди, не то нажал. Так, вилочки, ложки, все это завернуто. Прям все цивильно, все хорошо. Я так не делаю, например, у меня ложка, вилка лежит в отдельном. Я беру как бы без вот этого всего. Все, мать?
Да, все. О, достижение. Тащи, смотри, что это? Макароны? Что это? Рататуй? Да нет, это не рататуй. Это макароны. Так, sit down at the table. Сядь за стол. Давай, сажусь. Так, bet the food. А, eat the food. Съешь еду. Да, макароны. Звуки, блядь, такие. Такие вот там, хлюпающие звуки. Так, я съел, мать. ¿Te gusta lo que te he preparado, Pablo? Так, тебе нравится то, что я приготовила, Пабло? Ну, как здесь? Где мышка? Вот она, мышка. It's delicious, it's missing some salt. Пересолено что-то. Короче, заебись. Gracias, Pablo, te quiero. Спасибо, bueno, Пабло, я люблю тебя. Так, я пойду по слипу. Я иду тебе то же самое сделать позже. Она пойдет послипает, короче, а мы можем присоединиться позже. Так, давай смотреть. Она вообще не поела. Она не ела. В смысле она не ела? Там отрава? Мышьяк? Крысиный яд? Чё там? Так, ладно. Теперь, как говорили в этой в описании, что можно полазить по дому, открыть его и посмотреть все ее тайны. Вдруг она здесь что-то скрывает. Как бы популярный тиктокер. Какие-то фетиши. Так, подушку взять можно? Нет, ничего взять. Кстати. А что, вообще ничего взять нельзя, нет? А, во, взял. Вертеть можно? Так, левая кнопка это кидаться. Открывать как двери. Так. Левая кнопка открывает двери, но она закрыта почему-то. Здесь диски. Так, летви ты-та-та-та. Какие-то игры. Так. Что вот это такое? Мне интересно. Я вижу какую-то хрень, то есть... En Madrid hace ahora un calor horrible y hoy no me podía dormir. Блядь, думал, это она разговаривает. Мне ж мурашки по коже были. Я думал, это она пришла и говорит там мне что-то. Ты какого хера лазишь здесь? Так, от... Подвал! Вот как... Самое страшное место — это подвал. Так, ладно. А здесь это самое страшное место, здесь что-то прячется самое страшное. Я тебе уверяю в этом. Здесь что-то такое есть. Что-то, что я не знаю, что-то... Ага. Так, зум. Так, ловис. Это я? Это Пабло? Так, дроп. Нет, не... А как? А-а-а. Короче, ту атаракт, чтобы там во тьме ты должен разрушить свет. Чё? Так, там какие-то труселя? Нет, мне показалось, ладно. Так, окей. Там показывают, кстати, камеру темно в какой-то комнате. Может, мне нужно в эту комнату зайти? Так, здесь черный ящик. Черный, это у нас получается что-то черное. Это холодильник черный. Какой-то он слишком черный, мне не кажется тебе? Какой огромный дом у нее, я прям поражаюсь. Еще стол. А, это то, что я... А, закрыть надо за собой. Мало ли сейчас скажут, ты хера лазил там. Закроем дверь на всякий случай. Мы же профессионалы, правильно? Так... Кирить она живет, смотри, бар. Все подряд есть. Он бери сколько хочешь, алкашки всякой. Всякие там шампанские, текила и все остальное. Так, в этом. Вурна какая-то, вурна, да. Вурна. Так, еще что-то можно поднять, нет? Так, это нет. Ладно, вроде ничего нету. Почему я живу в этом доме, и здесь закрытые комнаты? Вот вопрос. Так, какие-то цветочки, какие-то там это, да. Пойдем наверх, ладно. Первый этаж посмотрели, пора смотреть второй. Это кровь? Не, это половик. Похож на кровь, кстати. Это такие половики. Так. Угу. Вот так.
Здесь получается два подъема наверх. Правильно? Правильно. Окей. Пойдем по комнатам, значит, лазить. Ну, она спит. Опа. Это она, да? Кстати, симпотная. Так, здесь как включить? Давай включим. Закрыто опять. Мать, ты что все комнаты от меня закрыла? Я как бы не вроде твой парень, не вор, ничего. Не? Я гантелями занимаюсь. Смотри, у меня гантели, я качок, может быть. Так, странная картина. Пойдем дальше. Так, это не открывается. Опа! Зайдем сюда позже, подожди. Так, ля, открывается. Здесь комп. Опачки, стой. Ты свои шаги слышишь? Она вроде спит. Та-да-да-да! Та-да-да-да! Как мастер играть. Я прям мастер. Так, так, подожди, здесь мусор. Кола. Так, больше ничего нету, да? Опа! Так, что это такое? Люция 4F... Что? Короче, Юнг 4F3 2002. Это что? Это, наверное, какой-то пароль здесь, да? Пошли, этот компьютер. Так, his system is busy. Error. Из буси систем. Так, фотки. Это система из буси. А как сделать не буси? Опачки. PayPal, банк. Я. Бабло сейчас будем пиздить. А нахер мне она нужна? Я живу с богатой блогершей, чтобы деньги пиздить, да? Так, а почему нигде ничего нельзя? Так давай ты это, что это такое? А, система. Так, рот. А, кстати, можно выйти с этой системы. Но пока выходить не будем. Короче, паспорт. Это прям вводить надо? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один. Че, дурачок? Так, ладно. Мне кажется, это вот это вот мусорки. Это и есть пароль. А как мне его запомнить? Так. У. Это ж У, да? Ну, типа, английская Юнг. Как мне на английскую, кстати? Вот как бы на английскую переключили. Юнг. Надо сфоткать. Секунду, сейчас фоткаем. Сейчас фоткаем, и все будет замечательно. Подожди, сейчас все сфоткаем. По-другому я как бы не смогу запомнить вот это все. Сейчас, секунду, сфотка. Да, блядь, не сюда. Где у меня камера? Я камеру... Камеру не увижу, не найду. Так, во. Вот так. Ага, сейчас будем вводить. Так, ага, это пауза. Окей, давай вводить. Зайдем на... PayPal, да? Вводим, короче. Юнг. 4. 4F. 3. Точка нужна, не? Я надеюсь, точка не нужна. Ну, давай, ладно. Точка. 2002. 2. 002. Неправильно, да? Error. Так, 200. Вот эту давай удалим. Точку. Может, без точки? Нет! А как пароль? Подожди. Юнг. Унг. Ну это У.
Ну, то есть английское «у». Правильно же? Вроде похоже на... Да нет, это не «у». Что это за корякуля в начале? Ну, последняя «н», «к», ну, «си». «Си». Не «си», «си». 4F3. Точка 2002. Так, ладно, это, скорее всего, не отсюда. А давай попробуем, как бы, ну, выйти из системы. А, ну просто выходит из системы. PayPal банк, да давай уже как-нибудь введем. Как вести? Может, у меня была раскладка? Так, раскладка какая здесь? Система, PayPal. Ага. Вот это что такое? Это мне не надо. Так, ну здесь других похожих нет. Унг. 4F3. Правильно? 4F3. Унг 4F3. Нет. Так, 2000. Два. Пойди в пизду. Пойдем. Пойдем, короче, я понял. Мы здесь ничего не сделаем. Ничего не найдем. Так, вот эту комнату. Закрыто. Ладно, закрыто. Комната. Так, эта комната. Закрыто. А где ключ взять? Может, где-то ключ под ковриком, не? Может, в вазе ключ? Ну, должны же быть ключи. Может, у нее спиздить в сумочке ключ. Я как бы не знаю. Сюда давай. Нет. Так, вот она лежит. Ёбаная, блядь, Дракула, сука. Так, что... Стоять. Что ты здесь пьешь? Она бухает, она перед сном бухает, прикинь. Она бухарь. А может, она кровь пьет? Может, она правда Дракула? Может, она вампир? Так, вампир. Педобир. И все в этом роде. Так, открыто окно. Угу. А каждое утро что-то добавляется или нет смысла вот это каждое утро смотреть что-то? Пойдем как бы сюда, пройдемся. Иритина темная. А, кстати, прям все отсвечивает, ничего себе. Так, туалетка. Много туалетки. Так, за туалеткой, может, что-то есть? Нет? Бери туалетку. За туалеткой ничего нету. Так, открытый шкафчик. Он же не просто так открытый. И что здесь? Так, здесь ничего. Здесь ничего. Ну, меня вот эта бумажка, кстати, очень-очень, да. Мне кажется, эта бумажка нужна. Так, ванна. Туалет. Всякие гели. Смотри, как много гелей. Прям миллион. Так, два толчка. Один... зачем два? Это типа рядом сидеть и дружно срать? Только один без это, без смыва. Так, вот это как-то отличается. Ладно, ничего нету, пойдем. Пойдем спать. Как бы нашел бумажку, но я не могу. Что происходит? Интро. Она же время есть. Что это? Ой, иди сраку, все. Так, здесь ничего нету. Кто-то добавил. Кто-то играл. Уже все как бы по новой все. Ничего здесь нету. Так, Пабло, мать опять сидит. Пабло, я хочу приготовить для тебя еду. Ты ТикТок. Опять? Set the table. Это и есть как бы хоррор, да? Типа, ужасы умереть от отжирения. Она откармливает, может она сожрать меня хочет? Откармливает меня, блядь. А, возьми. Он не хочет брать. А, взял. Все хорошо. Ладно, давай поможем. Здорово, пацаны. Меня откармливают и хотят съесть.
Да возьми. Как-то оно странно берется. Ладно. Куда? Стоять. Ля, блядь, брейкданс устраивает. Вилки, ложки. Ага. Побежали. Кстати, бегать умею. Если бегать умею, это плохо, значит, надо от кого-то убегать. Так, кружка. Одна. Кружка другая. Бери кружку. Ты возьмешь кружку? О, взял. Я не вижу вот это вот, может не отсвечивает, но вот эту маленькую пипочку, которая, чтобы взять курсор, я... Ой, блядь. Я как бы не вижу. Ага. Так. Вверх тормашками, ага. Так, все. Мать, тащи. Блядь, чё опять макароны? Опять макароны? Блять, ну ладно, может второй день, может не знаю, намного готовила, может я просто не доели, как бы, ну, можно второй день поесть макароны. Да? Можно же поесть, да? Короче, съел. Мать, что дальше? Так, тебе понравилось в этот раз, что я приготовила, Паблар? Слышишь, я Пабло, а не Паблар, ясно? Так, ну как бы... ну что мы скажем ей? Ну как бы ладно, заебись, все хорошо. Спасибо, Пабло, я люблю тебя. Стой, я пойду спать, и как бы тебе надо сделать то же самое чуть позже. Опять то же самое, а че, как бы, опять не доела, опять просто она там что-то резала и все. Так, пойдем здесь, ничего выгодно, да. Может здесь какие-то двери она открыла, не? Она постоянно трется возле вот возле своего места. Пойдем в это место смотреть. Так, в это место должно быть что-то, да. Здорово, пацаны! Так, здесь... Ну где-то что-то же должно быть, а? Открой что-нибудь. Ничего не открывает. Ладно, пойдем пошаримся опять, посмотрим, что открыто, что не открыто. Потому что я вижу, что здесь ничего вообще не отличается. Нет, что было раньше, что было сейчас, абсолютно. Так, здесь ничего, здесь все то же самое. Так, вот это закрыто. Так, эта дверь вообще не открывается. А там была дверь в подвал. Может, в подвале что-то изменилось? Может, засунула туда что-то? Я что, не знаю, что она делает. Нет, как бы ничего нет. Но опять эта фотка. Может, здесь что-то? Не? Здесь? Нет, опять фотка та же. А в плане того, что в смысле надо что-то увидеть, надо что-то разбить. Типа, чтобы побороться или что-то сделать. Ну, там написано так, чтобы бороться с тьмой, надо уничтожить свет. Типа, в плане везде свет погрубать, да? Можно уничтожить? Сука, блядь. Блядь. Нет, нельзя. Пойдем наверх. Так, пойдем сюда. Нет. Так, ну эта дверь была... Блядь. Фух. Вроде бы не страшно, а что-то мне мурашит от таких вот звуков резких. Я не знаю, почему я боюсь. Может, потому что я знаю, что это инди-хоррор. Там написано, что это инди-хоррор, поэтому я что-то постоянно ожидаю, а этого чего-то постоянно нет. Из-за этого еще страшнее. Когда ты ожидаешь, этого нет. Так, ну... Я тебе говорю. Так, подожди. Иди нахер. Возьми! Машку возьми. Что без мамашки мы какашки. Ну, давай разберем. Смотри, 4F3. Это ясно, да? Точка. 2002. Унг 4F3. Именно унг. Или это не унг? Вот это U. Первое, правильно? N. Ну, это же прописные, да? Или это нет? Ну, похоже на N прописную. И C.
Ну да, прописные. Типа F тоже прописная. Вот только куда это? Вот это тоже зачем? Нет, подожди. Нет. Ну как же это делать? Подожди. Ладно, иди сраку. Короче, ничего не делается. Но оно не просто так здесь. Может, оно что-то открывает, что-то включает, если правильной последовательностью все это сделать. А как найти правильную последовательность? Ничего нет. Кроме PayPal, ничего не открывается. Так, логин. Срать мне на твой логин. Так, везде ошибка. Вот реально, везде ошибка. Здесь только она. В поисковике ничего не вводится. Корзина. Нет. Давай еще раз введем. Unxi. 4F3. Точка. Это точка или точка? Так, 2002. И точка. Оно... Подожди, оно не велось. Унг. Так, 4F3. Попробуем. Нет. Точка 2002. Нет. Ой, блядь, как же мне это сделать? Go to sleep. Ну а что теперь делать? Только sleep. А, кстати, да. Мы здесь не лазили. Так что... Блядь. Мы тут не лазили, говорю. Топу, блядь, это не я вытаскивал. Я ничего не вытаскивал. Ничего не открывается, ничего нигде нету. Ну пойдем дальше спать. Ну что-то я в доме ничего такого прям не вижу. Может, здесь сюда можно вылезти, не? Нет. Ничего не открывается. Может, под ней что-то? Вот это может, не? Не, ничего нету. Ладно, давай. Парим вот это все, чтобы она как бы, да. Я говорю, я тебе прочищу, если ты мне скажешь пароль. Так, нету ничего. Ладно. А что там ничего нету? Мы где живем? Мы живем в раю? Ладно, пойдем. Ты дверь открыла, мать, хоть одну мне? Я хочу хоть одну дверь открыть. Так, телефон он был где-то... Подожди. Так, телефон. Стой. Может, там пароль будет? Кто-то дышит. Ну, типа, гимнастика, давай вместе. Сука. Гимнастику надо делать 5 минут минимум. Ты делал гимнастику? Если делал, молодец. Нет, ну не молодец, значит. Значит, сиди и делай. Значит, сиди и делай гимнастику. Так. Сюда. Сюда не открывается. Ничего не открывается. Нет ничего. Ничего. Стой! Смотри! Зеленая?
вот где-то зеленая. Прекрасная. Смотри, это первая. Нет. Нет. Да. Нет. Как я это запомню, блядь? Нет. 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 Мой мозг скоро сгорит. Нет. Нет. Что даст, если я это проиграю? Нет. И сколько надо играть? Нет. Один. Четыре. Один. Четыре. Я просто, может, пароль? 1-4. 1-4. Нет. 1-4. Нет. 1-4. Нет. 1-4. Вообще сколько здесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Подожди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нет, это паролем не может быть. 1, 4. Нет. Так какие еще надо тыкнуть тогда? Нет. А, ну все ясно, да. Да подожди. Нет. Да куда ты жмешь? Ну? И что дальше? Это была жесть. И... Я для чего мучился, блядь? Можно мне вопрос? Для чего это я сделал? Что это дало, кроме музыки? Ты делаешь из меня зверя, бля. Для чего я это сделал? Что-то открылось? Ничего не открылось, ясно. Я просто потратил время. Я просто потратил время на говно. Ну что за дерьмо? Ключи. И срак. Ключи. Ну? Что это даю? Вообще выключи эту парашу. Ничего не дает. Какой-то саундтрек дали. Так, поговорить с Роро. Здорово, мать. Скажи мне, Пабло. Ай, Буси? Буси, буси, суси, масасу. Так, я, мне нравится приглашение твое на романтический прогулку. Не хочешь со мной на романтическую прогулку? Qué atrevido, señorito Pablo. Хи-хи-хи-хи-хи. Как даринг, мистер Пабло, хи-хи-хи-хи-хи. Что надо? Что не так? Я тебя пригласил на ужин. Она зависла. Мать! Хе-хе-хе-хе-хе, блять! Anda, а, все, отвисла. Пошли, помоги мне накрыть на стол.
Блять, ты по 10 часов будешь мне говорить. Чё нажать? Помоги мне сет на стол. Ты заеб... со своим столом. Я тебе сейчас опрокину, на тебя его положу, этот стол. Давай, мать, ну не еби, Маск. Ну, сука, ну, мать. Давай тыкну, может, сюда тыкнуть, сюда, радио. Не знаю, что тебе натыкать, чтоб ты меня отпустил. Стоп. Так, здесь как будто что-то можно писать. Чего? Может написать fuck you? Fuck you. Fuck you, блять. Нет, именно как-то... Ага. Tab нажимаешь, и можно что-то делать. Это не то. На какую мне кнопку нажать, чтобы это прекратилось? Как бы. Да. Да, сломали игру. Представляешь? Сломали игру. Все, отломали. Отломали назад. Ты заебешь, мать, со своим столом. Пошли, ладно, этот стол быстрее. Кока-кола. Зачем, не знаю, мы ее не пьем. Так, тарелка, да. Тарелку, чтобы положить вкуснейшие, сука, вонючие... как они называются? Макароны. Десятилетней давности уже, я не знаю, сколько оно лежит, она меня кормит. Может, она покупает их, я не знаю, потому что готовить она не умеет, но боится признаться в этом. Ну, потому что одни макароны варить, ну, это сдохнуть можно. Да вообще, как бы, от ожирения. Как каждый день одно и то же, мать. Сколько можно? Где кружки? Пацаны! Она кормит меня только макаронами. Спасите! Пацаны меня заставляют накрывать на стол постоянно. Я встаю, я только встал, мне она говорит, на стол накрой. Накрыла, пока бы я спал. На, пей. Пей, блять. Что там есть? Ничего там нету, но пей. Только отстань от меня, ляж. Макароны. Да, блять, мать. Макароны. Пошла в жопу со своими макаронами, я сейчас плакать буду. Какие макароны? Что ты там ковыряешь, блять? Невидимую колбасу, блядь. Вот что ты там ковыряешь? Это она раз... видимо, это ты разминаешься перед тем, да, блядь? Перед ночью. За макароны. Разминаешь невидимую сосиську. Реально, что она делает? А можно, как бы... Реально она там разминает эту вот сосиську, как-то вот так делает. Странная мать. Так, что? Что-то по-другому, кстати. Блядь, что-то началось. Ночь. Что-то началось. Мать. Орёт мать. Есть, блядь. Слышишь шаги? Какое время? Еба, хоррор начался. А чё так темно? Я... Блядь. Я так и думал, поэтому не сильно испугался, но мурашки пошли. Кстати, пробили. Толчок. Так, раз это ночь, значит, здесь можно что-то полазить, раз здесь скример, если что-то изменилось. Так, пойдем. Закрыто. Все равно все закрыто. К мать, я так понял, внизу или какой-то комнате. Все двери закрыты. Сука, мать, заебала ты закрывать за собой двери везде. Я хочу хоть какую-то другую комнату пойти. Кто-то режут, видишь? Кто-то режут. Звони 991, что-то режут. Так, подсвечено что-то тут. Кто-то здесь. Ничего не работает, пароль я не знаю. Ясно. Может, я его как-то не так ввожу. Напиши в комментариях, мы разберемся, почему не работает. И что там могло быть. Как бы проспойлери мне.
Потому что как бы игру я пройду, мне интересно, что будет в этом компьютере. Так, а я что, ходить не умею? Все, у меня страх, паника. Так, Пентагон так и... Иди нахер. Пентагон так и на связи. Там что-то происходит. Блять, я реально говорю, оно что-то режет. Она что-то жрет. Что там? Блять, ты что, дура? Сори, прости, Пабло, я не думала, что разбужу тебя. Так, я ненавижу тебя очень сильно. Так, нет. Что вообще здесь за шум? Я воспринимала ТикТок и что-то разбило стекло. Блять, ночью ТикТок, ты что, дура? Так, будь осторожна, дорогая. Я пошел назад в кровать. Gracias, Pablo, te quiero. Да хорошо, Пабло, люблю тебя. Сука. Что-то здесь слишком много для стакана, тебе не кажется, мать? Какой нахер стакан? Что ты готовишь? Так, блядь. Нахуй. Одна ушла под землю. Ну и срать на нее. Что-то есть? Ничего нету, мать. Так, здесь ничего нету. Я сейчас все увижу. Я сейчас все найду, блядь. Словил шизу от шума. Нет, все закрыто. Ну ладно, пойдем в постель. Но это крайне странно. Прям максимально странно. Ну да ладно, пойдем в постель. Ну хоть что-то уже началось, а то хоррор. Уже сколько идет хоррора, от хоррора одно название. Так, пошли в кровать. Так, поговорить с Роро. Опять? Ну ладно, здесь я уверен, что ничего нет. Пойдем. Зря время терять. Я думаю, ничего нету. Пойдем вниз разговаривать с Роро. Как бы все идет, я думаю, от компьютера. А компьютер я не знаю пароль. Так, здорово, мать. Dime, Pablo. Говори мне, Пабло. Так. Я готовлю, да, все, иди в жопу. Qué atrevido, señorito Pablo. Ты такой даринг, мистер Пабло, хе-хе-хе. Ну как бы... А чё, опять все зависло? Мать, ты зависаешь на этом моменте, может и не надо хе-хе-хекать, а? Кто мне нажать, чтобы продолжить? Мать, давай на лицо нажму, давай потыкаю, давай опять радио настрою женское, нет? Как бы давай, что-то я нажимал, чтобы продолжить, давай, как бы мать, ну... Хе-хе-хе, хи-ху-ху, смехуёчки все твои, блядь, это 10 лет ждать. Давай, давай. Иди помоги мне накрыть на стол. Какая ж ты мразь, блядь. Опять стол. Сука. Со своим столом. Опять все кнопки нажимай, чтоб ты, блядь, продолжила. Как бы... Вперед, мать. Наложим на стол. Наложим тебе в штаны. Куда-нибудь уже давай наложим. Только отстань от меня, мать. Радио, цветочек, стол, отпусти меня к столу. Она меня не отпускает, она не хочет отпускать меня в стол. Мать. Мать. Мать, отпусти меня. Что тебе, что тебе надо сделать? С любовью еда. Сука. С любовью еда. Не дай бог, это опять твои вонючие макароны. Я за себя не ручаюсь. Я тебе скажу, иди ты нахер и жри сама свои макароны. Ты меня кормишь, а сама не жрешь. Ты там что-то... Ты туда какую-то херню кладешь. Зачитаю ей рэп. Как вот она вот читала рэп там, вот я так же зачитаю. Текст песни уже есть. Так, что еще? Кружки. Кружку одну. Ой, бля. Или это, знаешь, это инди-хоррор в плане... С
страшно, когда все одно и то же, одно и то же. Никакого, ничего нового. Опять колу. Где кола? Мать, кока-кола где? А, вот она. Вот она кола. Знаете, колой питаться, это жесть. Тащи! Кебаб давай, блядь, что-нибудь. Шашлык, кебаб. Что еще есть мясного? Блядь, ножки, крылышки, KFC. Смотрит такая. И давай вот это, накручивать себе там. Я ей тоже хочу накрутить. Че смотришь? Я тебя тоже накрутил со своими макаронами, блядь. Жру. Очень-очень зло жру. Жру со злостью, блядь. Давай. Скажи мне что-нибудь. Я тебе скажу, что это говно. Ничего не говорит. Блять, мать, ты каждую ночь будешь орать? Кстати, 3.05, вроде столько же и было времени. Опять поймаем? Давай опять поймаем. Давай! Жду! Без этого мы никак не ободримся и не пойдем. Пошли. Пойдем. Ты двери в этот раз открыла? Нет, не открыла. Все ясно, мать. Дура ты. Какой ТикТок может быть по ночам? Вот в этом вопрос. Какой ты можешь снимать ТикТок ночью? А? Ля, натуре что-то опять разбила. Извини, Пабло, я не думала, что ты... Так, это не первое время, когда ты встаёшь меня в одно и то же, как бы, из-за своих ТикТоков. Имей ты сердце. Ты имеешь вообще сердце, блядь. Я просто снимала ТикТок, и я дропис. Хорошей ночи, и надеюсь, в будущем стекло. Я иду назад в постель. Спасибо, Пабло, я люблю тебя. Мы так и будем по кругу эту хуйню гонять? Где хоррор? В чем хоррор? Больше похоже на ужас. Это ужас, тиктокеры, да? Давай. Одно и то же, одно и то же. Да? Пошли. Пошли говорить с Роро. Говорить, ты заебала меня. Но по ночам вот эту всю говнину сделывать. Я позвоню в телефон, кому ты там дышала, или кто там тебе вот это вот дышит. 100% ты кого-то сюда вводишь? Dime, Pablo. Раз он тебя вздыхает, скажи мне, Пабло, что тебе сказать? Ты Буся? Или ты, тебе нравится... Так, ты Буси? Te estoy preparando algo muy rico. Я приготовила что-то тестировать для тебя. Prepara la mesa mientras... И это реально... Сын накроет. Ой, блядь, сука, мать. Мать, у меня уже не берется оно. Все, взялось. Опять стол. Опять стол. Ну это жесть. Опять столы. Я устал. Я уйду от тебя, мать. Следующей ночью я от тебя просто уйду. Я скажу, ты меня задолбала, мать. Просто скажу, задолбала. Только разбуди меня еще ночью. Разбудишь, получишь в глаз. Вот этой вот газировкой. Так, сюда. Где вторая? Вот она валяется. Мать, почему стакан валяется? Сука, хозяйка еще себя называет. Давай свои макароны вонючие, давай. Свою блевотину, давай это говно, блядь. Фу, блядь, на это говно. Ешь. Я не буду. Я приправы добавил. Еще. Че ты вот это вот кусочек оставляешь?
поговорить с Рору. Что новенькое. Что-то новенькое, кстати. Да? Диме, Пабло. Че надо? Скажи мне, Пабло. Так, что ты делаешь? Te estoy preparando algo muy rico. Ага, что-то тестовое для тебя. Ну я все варианты. Блять. Аж сопли, блять, уже вылезли. От злости. Это жесть. Знаешь, мне кажется, проходит что-то дальше, только когда я что-то отвечаю, когда вот эти вот рыпения происходят. Это когда я отвечаю что-то злое. Только тогда что-то начинается. Если я говорю что-то хорошее, ну, типа, или нейтральное, то все повторяется заново. Опять эти макароны вонючие, опять вот это все, опять все по заново. А если я говорю что-то плохое, типа, говорю, говно, все прошло дальше. Потом сказал, типа, ну, блядь, ты, мать, берега путаешь. Все, пошло опять дальше все. А когда, ну, короче, ты понял. Сука. Чё ты, размытая? Ах, макарон. Как я их обожаю. Просто люблю. Это лучшее, мать. Лучшее. Как бы, блядь, этим лучшим я взял бы и запульнул тебе эту кока-колу. Опять говорить с Роро. Что не так? Короче, надо отвечать зло на нее. Все. Будем на нее, короче, это, давить. Давим на нее. Что это дальше не может продолжаться. Говори, Пабло. Ты, сука. Говно. Qué atrevido, señorito Pablo. Хи-хи-хи-хи-хи. Сурино Пабло, блин. Давай дальше. Сидит, блядь, не отпускай. Какую кнопку мне нажимать, чтобы это пропускать быстро? Я уже все нажимаю. Короче, когда что-то нажимаю, что-то происходит. Что-то происходит, короче, да. Ага. Та-т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 а
Давай. Давай дальше. Я понял, что ты вот как бы меня решила. Кстати, все по заново начинается, видишь? Не знаю, вырезать это или нет. Давай, блядь, мать. Радио, радио. Глаза тебе, что тебе нужно, мать? Хе-хе-хе, блядь. Ох уж эти смехуёчки. Уже все тебя понажимал. Что тебе от меня надо? Можешь подождать. Стол. Что нажать, мать? Отпусти меня. Даже пауза не нажимается. Ну, то есть, escape. То есть, как будто подвисает игра. Как будто подвисает игра. Я ее вырежу, сука, половину. Anda, ayúdame a preparar la mesa. Наконец-то. Давай дальше. La comida que te he preparado hoy. Я понял, как это все делать. Примерно понял. Ты заебала со своим столом, мать. Я его выкину когда-нибудь. Я тебе его выкину. И я не посмотрю, что ты из Пентагона. Ты возьми ты ее! Чё мне? О, наконец-то. Давай, быстро.
Просто быстро. Будем ей просто грубить. Быстро. Все быстро. Максимально. Максимально быстро. Все делаем. Так, потому что пароль мы не найдем. Мы просто сейчас занимаемся херней. Я так понял, это специально сделано, чтобы попробовать подобрать пароль, сделать вот эту балалайку, которая ни к чему не приводит, потому что, ну, как бы я ее сделал, эту мелодию, а смысла вот этой мелодии не было. Ну, просто какая-то пасхалка. Тейбл, тейбл, неси! Тьфу, блядь! Тьфу еще тебе! Сел! Жру. Хлюпающие звуки. Слышала? Давай уже. Давай. Я готов. Вот о чем я говорил. Опять началось. Вот сейчас я уйду. Я скажу, ты заебешь. Пошли, ей сказать. Пошли сказать, да, уже на русском не умею разговаривать, я же говорю, пошли сказать, я уже говорю на этом, мне уже мозги вытекли с этими столами, с этими накрывать стол, я в жизни столько столов не накрывал, как в этой игре. Иди сюда. Никаких сори, я тебя не прощаю, сука. Это не первый раз. Ясно? Бэк-то-бэк, я разберусь, я просто... ТикТок, и ты, слушай, ты абсорбит, ясно? Ты абсорбишь. Это если сердце, у тебя есть сердце вообще, а? Каждый раз ты бьешь рекорды своей кулинарии, для тебя социальная медиа, ясно? Пабло, что ты, сама соси, Пабло, соси, говорит. Пабло, соси, бля. Мне надо закончить этот монотонность, ясно? Нет, Пабло, не уходи. Сука, пошла в сраку. Я, как мужик, таким шагом иду. Блять, а она бегать умеет. А Пабло не умеет бегать, а она умеет. Смотри, как быстро. А потому что Пабло жрет много. Если бы он не жрал, он бы умел бегать и быстрее ее. Сука, откормила меня, тварь. А я теперь бегать не могу. Как я вообще в проходы умещаюсь? Наверное, боком прохожу. Куда ты меня тащишь? Ля, подвал тащит. Ля, мразь, что делает? Башкой, наверное, бьет по каждой ступеньке. Что это? Откуда это у тебя? Для квадратные... треугольные сиськи. Так, я вижу свой микрофон. А зачем? Я привязан, да? А, ну все, да. Так, это... Иди нахер. Так, чтобы сражаться светом, надо... Как сражаться светом? Иди сюда! Блядь, что тебе... О! Иди сюда. Сука! Ты что, железная, что ли, голова? Так, что это? Может мне разбить? Ну типа, она мигала. Может мне разбить? Вот так. Блять. Левой, левой, левой. Бросать левой. А, ну все, да. Вот и все, блять. Ну давай пожрем. Так. О. Иди сюда. Иди, я тебе этой тарелкой въебу. Давай ее спрячем. Спрячем тарелку, она не заберет ее. И не будет мне приносить больше еду. Здорово.
Здорово, тащи. Я с тарелкой сожрал. Да-да-да. Кстати. Сука. На, мразь. Чтоб ты подскользнулась. Ну, кстати, наверное, специально дают много вот этих всяких штучек. Ну, то есть тарелок. Чтобы я точно смог попасть, разбить вот эту лампочку, да? Я уверен в этом. На! Я ж тебе говорю, это специально сделали. Сейчас тишина. Она идет. Не шуми. Не шуми, сука. Ahora mismo voy, Pablo. Ahora mismo voy, Pablo. Oh, vaya. Parece que se ha vuelto a fundir la bombilla. Бей, блядь, бей, тварь, бей, суку. Бить со всей дури, как? Ага, мразь, получила? Наконец-то, тварь. Это тебя за все столы, которые я от тебя пережил. Давай, цовай. Бегом, пошли. Бегом. Сука. Где? Подожди. На. На. Мразь. Закрыть дверь. Дверь закрой. Не открывай ее нахер. На защелку. Щелкай. Там защелка есть. Смотри, защелка есть. Пощелкай. Защелкни. Это не защелка, что ли? А зачем? Опачки. Так, свет. Здесь свет есть. Прикинь, вот это тоже надо. Она бежит? Так, позвонить полицию. Побежали. Ты надо было бежать отсюда, а не в полицию звонить, дебил. Она сейчас тебе прибежит и под затыльник даст, пока... Блядь, я тебе серьезно говорю, она бежит. Звони быстрее. Она бежит, она рядом. Блядь, она сзади. Она сзади, сука. Ну все, ну как я тебе и говорил, дебил. Выбраться с дома. Я идиот, блядь. Ёб твою ж мать. Побежали. На выход. Просто на выход. Бегу к двери. Хуя было. Нету Павла. На выход. Где выход? Вот он, выход. Давай. Нет, не, закрыто! Наверх. Я знаю, там есть окно. Открытое окно. Бег... Да хуя было, блядь, нету Пабло, ясно? Я ухожу. Я все, я в окно. Я прыгаю, блядь. Быстрее залазь. Похер. У-у-у. На, нахер. Вот и все. Она меня ударила. Я живой? Вставай. А, я живой, смотри. Вот он я. Вон она стоит. Иди нахер, все, тварь. Я побежал. На свет, к людям. Не насрать. Как бежать? Вот оно. Выйти отсюда надо. Но почему не выходит? Где дверь? Блять, она меня сейчас заберет. Я не могу пройти сюда. Прыгать. Прыгай нахер отсюда. Как Форрест Гамп бегать. Бежать как Форрест Гамп туда. Под... Беги прям со всей дури. Беги прям по этим, под... А, ну да. По... Где свет, беги. Беги прям по дороге. Я думаю, кто-нибудь проедет, кто-нибудь заберет. Она осталась там, ей похер уже. Бежать. Не бежит сзади, не? Не. Полиция. Наконец-то. Стоять. Стой. Стоять. Алло. Ты откуда спиздила его?
Я тебе говорю, она из Пентагона. У нее внутри, у меня были это, Пентагон. Она не тиктокер, она под прикрытием. Что происходит? Ты мог ей втащить с ноги, не? И побежать дальше. Что происходит? Но она что-то недовольная такая, или довольная наоборот. Готовит. Что готовишь? А, ты, наверное, мою руку готовит, да. Вкусно, наверное, да, мать? Моя-то рука. А что я жрал? Руку другого Пабло? Блять, наверное, тот... Это не я был, это... Так, читай и директория будем мать Максим. Короче, я ел другого Пабло. А потом за мной будет еще один Пабло, который будет есть меня, да? Все ясно. Ну, вот такая вот игра. Ну, бесплатная, но она не страшная, конечно, но веселая. Можно поразвлечься. Много мне придется вырезать, потому что эту монотонность... Хотя, может, не буду вырезать, смотря сколько будет по времени. Ну, а на этом мы закончим. На вот этой вот плавающей моей руке. Подписывайся на канал, на паблик, на телеграм, ставь лайк, пиши комментарий. И всем до встречи в новых видео.